Власти Турции повысили торговые пошлины на ряд американских товаров. Среди них рис, уголь и косметика. Также Анкара увеличила тарифы на алкоголь из США до 140%, на машины до 120% и на табак до 60%. По словам вице-президента Турции Фуата Актая, данная инициатива была введена в рамках ответных мер на экономические угрозы со стороны Вашингтона. Как отмечается, за последние недели турецкая валюта резко упала по отношению к доллару. Лира с начала года потеряла 42% своей стоимости, однако на данный момент начала восстанавливаться. По мнению аналитиков, снижение курса нацвалюты связано с ухудшением отношений Анкары и Вашингтона. Напомним, ранее США ввели финансовые санкции против двух турецких министров, а на прошлой неделе Соединенные Штаты удвоили пошлины на импорт стали и алюминия из республики. Это связано с задержанием американского пастора турецкими властями в 2016 году. Между тем, инвесторы обеспокоены не только ослаблением связи двух стран, но и политикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также увеличением внешнего долга республики. По словам экспертов, задолженность накапливается в иностранной валюте. Накануне турецкий лидер объявил бойкот электронной продукции из Соединенных Штатов, включая смартфоны iPhone. Эрдоган заявил, что жители Турции начнут приобретать телефоны местного или корейского производства. Тем не менее, президент Турции не предоставил подробных деталей по этому поводу.